Здравствуйте, брат гражданина Абуя Платона Сергеевича и гражданки Писяк Полищук Полушубкиной Зинаиды Львовны. Дорогие новобрачные, в жизни каждого человека бывают незабываемые дни и события. И сегодня такой день у вас. Это день рождения вашей семьи. И хотя Платон Сергеевич родился намного раньше, чем Зина, Платон Сергеевич еще помнит тех, кто хотел бы разделить с ним эту радость. Сегодня в зале присутствуют праправнуки Платона от первого брака, внуки от третьего и седьмого, а также дети от браков 6, 12 и 9. Считай. Я тебе потом скажу, Платош. К сожалению, жены от браков 6, 5, 11, 18, 16, 24 приехать не смогли. Она что-то пересчитывает. Я тебе потом все скажу, не расстраивайся. Семья – это союз. Союз любящих людей. Союз добровольный. Добровольный союз. Комсомольцы, добровольцы. Надо верить. Надо верить. Любить. Любить. Без завет. Вот именно. Но позже стою. Это ладно. Было раньше. Ну, все, давайте, и прежде чем зарегистрировать ваш брак, я обязана спросить, является ли ваше желание обдуманным шагом? Шагом! Марш! Раз. Вольно, Платоша! Девушка, давайте еще. Я поняла вас. Прошу подкрепить свое решение клятвы. Жених, я Платон Сергеевич. Это я Платон Сергеевич. Так она и просит сказать, я Платон Сергеевич. Так она говорит, что она Платон Сергеевич. Ну это клятва такая. Ты должен сказать, я Платон Сергеевич, и все. Я, ты должен сказать. Ты Платон Сергеевич. Да я Зинаида Львовна, ты Платон Сергеевич. Просто я, ты. Мы, Платон Сергеевич. Давайте дальше. Давайте, подарок от племянницы, прошу. Быстро, спасибок, кузовника, гуситок, подготовшек, маяшадок, лядка, кирзак, балашадок, кирбуэн до сушек, собуэн до сушек, и ляка, жиляка, пэрка, машантуй, макдан, орта, вам кудайдан, эс, лэнки, дырулайдан. Упа! Зинаида Львовна, кто это было? Это был подарок, Платон. Девушка, давай дальше. Теперь клятва невесты. Невеста, я Зинаида Львовна. Слава богу, я Зинаида Львовна. Я знаю. Да я не в этом смысле, клятва, я Зинаида Львовна. Беру тебя в законные жены. Беру тебя в законные жены. Ты? Это я тебя беру. Да это клятва такая, что я тебя беру в законные жены. Я тебя беру в законные жены. Не ты, а вы. Беру тебя, Платон Сергеевич, в законные мужья. Здесь. Я тебя беру в законные жены. Я тебя беру в законные жены. Ну, в законные мужья. Мужья у меня никогда не было. Я помню, даже мне командир послал взять языка и сказал, поскольку ружьев ни у кого нет, тебе палка и веревка, возьми язык. И я взял не только языка, я взял тогда сало, балыка взял. Я взял тогда вырезку, бараньих хвостов взял. Рота ела дня три, а то и четыре. Вот какая смекалка у Платона Сергеевича. Ну хорошо, Платон, ну хорошо, потом, после расскажешь, после расскажешь. А был еще случай про коня Орлика, но его все звали Зорька, потому что он был девочкой. Ну к чему ты сейчас это все рассказываешь? Потом расскажешь. Нет, а баян, баянист будет? Будет баянист, будет. У нас, помню, был баянист Валентин, и он отказался играть. Так и сказал, не буду играть. Люди взяли баян, растянули меха, ставили тубить его морду и сжали. Ну и правильно сделали. Девушка, давайте быстрее. Жених. Как батарея ходил потом. И оберегать тебя. Любовь – это светлое чувство. Правильно, девушка. Любовь – это светлое чувство. Помню наш политрук, когда мы попали в финскую компанию, в финский город Кайкилянькамяки, влюбился в финскую женщину, и она
отказала ему взаимностью. Так и сказала. Тоже как секретно! Хаванем я лехно! Платош, вот зачем сейчас слушать всем про твою финскую кайлю? А? Чтоб молодежь знала. Да они лучше нас все знают. Девушка, давай дальше, что там. Знак любви и верности новобрачные обмениваются кольцами. Я предлагаю вам обменяться кольцами. Кольцо давай, обычай какой. Кольцами меняемся. Кольцо давай. Дай кольцо! Одно возьми, остальные не отдай. Давай, Василий. Дорогие друзья, приятная новость. Молодые изъявили желание носить общую фамилию Буй-Писяк-Полищук-Полушубкина, с чем мы вас и поздравляем, Платон Сергеевич и Зина. И еще, все движимое и недвижимое имущество переходит невесте. Что она сказала? Про движение. Она сказала, что ты хорошо двигаешься, Платошик. Очень хорошо. А сейчас танец молодых. Танец. Танец. Да цинин бусинило куриявника. Я устал. Я отойду. Нет, не надо. Танцуем, Платош. Может, дома дотанцуем? Дотанцуем. Ребят, поддержим. Я устал. Поддержим, устал. Поем. Желаю вам счастья и счастья всем. Не хотел бы. Не. Что за Ян? Нормально? Нет. Здравствуйте. Очень приятно. Вот, значит, сильно так лучше, когда-то. Сильно очень, ага. Очень сильно. Очень сильно. Фух. Нервы. Стой!
Вот. Не кормим? Кидай. Сзади. Бабу кого идет яйцо, церковь зитынь какая-то. А раньше можно выходил молодежь, хоть куда можно было посылать, хоть сразу на фронт. Вот. А сейчас творить нет. Но у меня, в моем военкомате, у меня не забалуешь. Я их насквозь вижу, я их на чистую воду выведу. Они у меня все на переправе. Вот так вот. Призывник 137 номер, ко мне, шагом марш, раз, два, раз, два, раз, два, пошел, пошел, а раз, два, пошел, пошел, а раз, пошел, пошел, а раз, два, пошел, а раз, два, пошел, пошел. Вот он такой брейкдан, что это? Вот он брейкдан. Нормально с нервами, нормально сказал с нервами. Не надо косить, сказал. Куда косим, сказал? Куда смотрим-то? На вас? На вас. Попался ты на переправе, я сделал бы себя. Все равно в армию пойдешь, понял, нет? Я! Я! Головка отбой комплекта. Я. Болею? Я морж. Ух ты! Молодец. Я тоже вспоминаю, с ребятами моржевали. Помню, в Охотском море... Мы тоже с ребятами в Охотку наберем ванну и моржуем, если вода есть. Шутник, хочешь в Северные Леды в этой флот на 9 лет? Хочешь, нет? Мы редко моржуем. Я тебя поморжую, хоть моржуй, хоть не моржуй. Все равно в армию пойдешь. Понял, нет? Ты! Нормально с нервами. Нормально. Ой, ой, Косилова, Косилова. Ой, ой, бригда. Ой. Коклюш, ящур, желтуха, зеленуха, беленуха, облепуха, свинка, куриная слепота была. Свинка была, маленькая у бабушки в деревне. И две курочки. А насчет слепоты куриной у них неизвестно, все равно сварили. Шуткуем? Не надо косить. Попался ты мне на переправе, я сейчас сделал бы. Нормально с нервами. Все хорошо. Все будет хорошо. Фамилия. Куда? Куда надо, туда направлю. Фамилия. Куда? Че, глухой, что ли? Сказал, куда надо, туда направлю. Куда? Че ты раз куда-то? Когда сейчас пошарал? Куда? Че ты раз куда-то? У нас фамилия такая, куда? Отец куда, дед был куда, бабка куда надо, туда и куда, и я куда. Слушай, ты, белоголовик, сегодня ты никуда, а кудаком будешь, понял? Дедушка обидится. Не обидимся, договоримся. А сам-то где хотел служить? Морской десант. Чего? Эти, морские котики. Чего? Коты. Чего? Крысы не хочешь? А? Крысы, говорю, не ходят. А ты знаешь, что такие морские десантники? Да эти ребята, они не только головой думают, но они кирпичи ломают. Понял, нет? Я тоже могу головой кирпичи ломать. Кто ты? Недавно пробовал. Кто ты? Я. Ты? Ты? Да, жаль, кирпича нет. Нету. Призывник! Кличко! Ко мне! Вот она, вот он, еще один. Вот он, еще один. Кругом!
Попался ты мне на переправе, я тебе... Да пошел, пошел! Ну, на, бей! Я еще после предыдущего удара не выздоровел. Выздоровел, сейчас бей, на. Может, не надо? Я! Посчитайте до трех! Раз, два, три! Соедините меня с Домкратом Петровичем. Домкрат Петрович, это Леша Долбанько. Вы чего там, Домкрат Петрович? Вы что хотите нас лицензии лишить? За что? Мы выставим команду против кубинцев. Просто вы знаете, основной состав наших, все ребята поломаны после вчерашнего коммерческого боя, да. Да на нас эти корейцы накинулись, как беззубые на мешок орехов, ага. Да я найду семерых бойцов. Шесть я уже нашел, да. Седьмой вот-вот сейчас подойдет. Да хороший, Соломон такой, серьезный парень, да. Да. Вы не знаете, но нормально, боец. Хорошо, я перезвоню. Да считайте, что мы выставим команду. Ну как, мы за город сюда выставляли, не подводили вас. Да, перезвоню. Молодец, Соломон, что пришел, давай присаживайся. Соломон, молодец, что зашел. Мы с тобой дружим уже давно. Не ори на меня, подожди, не перебивай. Что ты сразу поперед батьки вообще? Я тебе ничего еще не сказал. Что ты сразу свои мысли высказываешь? Значит, у нас проблема. Наш клуб могут закрыть. Надо выручить секцию кикбоксинга, главную, кормящую нашу секцию. У нас после коммерческого боя поломали всех пацанов. Помнишь, Леша Домкрат? Ну, голова здоровая. Ты когда его увидел, еще пытался сознание потерять. Помнишь? Так у него голова в четырех местах, череп треснул, понимаешь? И он к врачу не пошел. Просто, знаешь, скотчем обмотал, говорит, потерплю. Так, моментом большие дырки залил, и все. Ну, ему хорошо, у него мозгов-то вообще нет, понимаешь там. А вот Валера Бампер, понимаешь? Перелом мизинца в четырех местах. Понял, как ломали пацана вообще? Ему врачи хотели в ягодицу укол сделать. Не могли ягодицу найти, так его закрутили, понимаешь? А Саша, арматура, ну квадратное лицо, помнишь? Прозвище Квадрат. Помнишь? Вижу, помнишь. Так настучали по этому квадрату. Сначала был красный. Потом синий, а сейчас черный квадрат, понимаешь? И прозвище поменялось, Малевич, понимаешь, сейчас? Значит, я что тебя вызвал? Я тебя беру, значит, сейчас боксерский клуб, вписываю в основной состав. Значит, надо будет выйти потолкаться в ринге чуть-чуть с кубинцами. Подождите, сразу ему неинтересно. Как шахмат не касается, он сразу засыпает вообще. Я понимаю. Первый раз, но первый, блин, комом, понимаешь? Надо выставить от города. Нам не важна победа, понимаешь? Нам главное, чтобы ты вышел в ринг, чтобы нам поражение не засчитали, чтобы нуль не поставили, понимаешь? Ты должен выйти и потолкаться немножко там, знаешь, в ринге. Сейчас я выясню у пацанов, с кем ты там. Подожди пока, не засыпай. Сейчас я тебя взбодрю, узнаю, с кем ты там. Алло, Соломон против кого? Да вы что, ребята, это... У этого Хорхе Урохаса 40 боев, 50 побед. Вы что? Да против него даже я бы не вышел. За миллион бы долларов не вышел. Сейчас он. А нельзя кого-нибудь поменять, чтобы вместо Соломона? Уже нельзя, да? Ну что, значит, такая у Соломона судьба, да. Ну что? Ну, знаешь, говорят, свою судьбу конем не объедешь, да? Да. Перезвоню. Да-да. Соломон, не спать. Не подожди, я здесь. Е2, Е4. Я здесь, в центр, вот он. Радоваться должен, дурак. Я тебя беру в клуб без тестирования. Я вам всем обычно задаю вопрос. Вот всей секции, вот позавчера задавал вопрос. Влияет ли частые удары по голове на ум, интеллект, память? 10% честно ответили. Влияет. 90 не поняли вопроса, понял. Соломон, да тебе главное под удар не попасть. Подожди.
Под удар не попади, и все. Ты ж Юркин. Помнишь, ты как в школе? Мы же за одной партой сидели. Как ты от меня убегал, когда я хотел тебе сделать физическое замечание? Помнишь? А? О, подожди, легче, легче. Ты еще не в ринге. Завтра вот это будешь делать. Завтра. Да, ты же еще плохо видишь, да? Да ладно, выходи без очков. Какая разница уже? Все равно, понимаешь? Ну ты не расстраивайся. Мы тебя в строй поставим. У нас же все врачи схвачены, понимаешь? В крайнем случае посадим на каталку. Вот я тебя записываю сразу. Ну а нет, Соломон, значит, город поставит тебе памятник. Кстати, у тебя семья, дети есть? Нету? Точно? Это очень хорошо, что ты одинокий, Соломон. Это очень хорошо. Значит, поешь в моем ресторане, потому что Хорхе Рохес, он, знаешь, такой, многие, глядя на него, бросают бокс навсегда. Но ты не из робкого десятка, то я закрою секцию, Соломон. Я закрою, давай. Ваши Е2 и 4, выгоню всех. Контракт надо подписать, что добровольно. Соломон, подожди. Поставь подпись. Соло-мон. Серега, быстро сюда доктора. Соломона надо откачать, чтобы завтра был готов. Давайте все сюда, пацаны, давайте быстро, бегом. Алло, это Гаечка? Алло, Оленька, слушай, еле дозвонился к тебе. Как-то там без меня, девочка моя дорогая. Нет, это Вадим Сергеевич, вы знаете, вы ошиблись номером. После работы я очень устал, только что принял душ. Набирайте правильный телефон, извините. Надо же, ты смотри. Алло, это Гаечка? Оленька, очень плохая связь. Как ты там? Я же вам говорю, что это Вадим Сергеевич. Вы опять поправили не на тот номер. Я пришел после работы, принял душ. Набирайте правильный телефон. Я вас очень прошу. Да я вас очень прошу. Что такое? Ты смотри, ты что ты делаешь? Зин. Маньяк, точно маньяк. Зин, 3 раза, я сказал. Точно маньяк какой. Да! Оленька, ты что меня нервируешь? Я еле дозвонился. Я же вам говорю, а ты шутки шутить. Побеги, я не люблю шуток, Ольга. Оленька, попробуй положи трубку. Какая Оленька? Приеду, Вадим? Зарежу. Это ты Вадим... меня знаешь, Ольга. Это зарежу тебя всю. Я вас уверяю. Пробуй, клади. Я на тебя через 1.5 часа посмотрю. Давай, клади. Это Вадим Сергеевич, я вас уверяю. Оленька, хватит шутить. Ваше блеснание. Лучше скажи мне, ты меня любишь? Любишь, Ольга, зарежу. Я вас уверяю, что это Вадим... Считаю до 1. 1. Люблю. Я не слышу в твоем голосе страсти. У тебя что там есть, другие мужчины? Какие мужчины? За кого вы меня принимаете? За мою маленькую белую розовую кожу. Но это уже слишком. Оленька, назови меня ласковым словом. Это Вадим... Зарежу, Ольга. Я после работы... Считаю до 0. 0. Мой птенчик. Можешь, если захочешь, Ольга. Давай еще называй. Давай называй мне мало. Называй. Точу ножик называй. Мой глупый пупсик. Куда ты сказал? Я говорю, мой глупый пупсик. Так меня жена называет. Какая жена? Ты что там, от любви совсем с ума сошла? Да поймите, я не женщина-мужчина. Меня зовут Вадим Сергеевич, Вадим Сергеевич, Вадим Сергеевич, Вадим Сергеевич. Очень хороший псевдоним, Ольга. Будь ты даже, Вадим Сергеевич, найду и женюсь. Но я действительно мужчина. Послушай, Вадим Сергеевич. Да, слушаю вас. Ты мне говорил, что любишь? Говорил? Говорил? Говорил. Говорил. Ты меня, моя птенца, называл? Называл. Пупса называл? Называл. Называл. Разве один нормальный мужчина другому мужчине может такое сказать? Конечно, не может, но вы же меня вынудили. Мужчина бы меня давно зарезал. Я никого не могу зарезать по телефону. Мужчина все может, были бы деньги. Скажи мне лучше, вот сколько ты получаешь? 3700 плюс премия. В чем? А в рублях. Женщина ты, мужчина столько не получает.
Я не женщина, я инженер. Раз ты инженер, значит ты Ольга. Ольга, мне уже нравится твоя длинная затяжная шутка. Слушай, раньше ты совсем не умела шутить. Помнишь, как при моей бывшей жене ляпнула, что у нас будет ребенок? Помнишь? Да, да? Я пошутила. То есть я хотел сказать, у нас не может быть никаких детей, так как я Вадим Сергеевич. От меня родит и Вадим Сергеевич. Я не могу. А слушай, Вадим Сергеевич. Да, слушай. Говоришь, инженер? Да, инженер. Получаешь 3700 плюс мелочь? Да, плюс премия. Еще и родить не можешь? Я что? Устал вам повторять, то я. А мне все равно, кто ты, чтоб наследник был. Родишь мальчика, получишь машину. Простите? Родишь мальчика, получишь машину. А если девочкам? Зарежу. Честно признаться, я уже так давно мечтал о машине. Старайся. Десятая модель? С ума сошла, 10 сразу не могу. По одной. Тебе, брату, жены, маме, сестры, дяде, свату, кума. Честно признаться, ваша жена будет очень заманчива. Послушайте, Адон, не могли бы вы еще с одной женщиной скооперироваться, чтобы на вашей машине отправиться небольшой... Какой еще женщина? С моей женщиной. С какой женщиной? Да я все понял, тебе нужно на твои деньги. Алло. Алло. Я все понял. Алло. Я тут не важно, что-то у тебя слишком мужская хватка. По-моему, ты все-таки мужчина. Как? Скажи еще номер телефона, раз. Скажи. 315-55-28. Какой последний цифр? 28. Дорогой, извини, видимо, палец соскользнул. Вадим Сергеевич, спокойной тебе ночи. Ошибка вышла, буду Оле звонить. Резать не буду. Господи. Доброй ночи. Всего одна цифра отделяла от счастья. Мамочка, зачем ты родила меня мужчиной? Кому? Я к руководству по бизнесу. Зовут? Софокл, родители, папа греческий учил, мама не давала, хотела назвать Семеном, папа назвал Софокл. Фамилия Одетых. Одетых, Софокл Одетых. Просто я по бизнесу, у нас семейная традиция, мы делаем всегда большие деньги и ничего из воздуха. Это бабушка играла под скидные игры, дедушка, знаете, у нас такой бизнес. Просто я хочу рассказать, чтобы мы все вместе сделали больших денег. Просто я сейчас пройду и все, а потом немножко и вам задам. Кому? К руководству. Зачем? Кто пропустил? Я сам прошел. Как прошли? Внизу сам прошел. Смотрю, понятно. Я раз еще там. Почему вы сейчас знаете, кого пропускаете? У меня аппаратура миллион. Вы ждете, у меня люди. Кого пропускаете? А вообще всяких досов. Как прошли? Я сапог голодец. Я сапог голодец. Кто одет? Кто? Кто одет? Кто кого одел? Кому прошли? Даже в школе никто так не орал. Зачем пришли? Давайте с вами сыграем сейчас в игру, и вы все поймете. Игра называется «Старинная русская забава». Мы работаем для новых русских, на свадьбах, на банкетах, на похоронах. Не, на похоронах нет, там никто не играет. Значит, мы играем в салочки по большие деньги сразу. Люди, это экстремальные условия. Что за салочки? Ну, не саечка, вернее. Саечка. Что за саечка? Оп, саечка, видите? Нет, 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 нет. Нет, извините. Извините, вас как зовут? Извините. Извините, извините, вас как зовут? Извините. Сорвалось. Николай Петрович. Николай Петрович, извините, пойдете. Я смотрю, вы к саечкам вы... Какие еще игры? У вас не приспособлены. Может, лычки? А? Не, ну, это только это случай проигрыша. Играем мы всегда, начальная ставка. Давайте поближе. Вас сейчас, что ли, выгнать или нет? Вас сейчас, что ли, все поставить или нет? Что за саечки, сало? Дальше что? Дальше? Не хотите денег, не надо. Не понял. Игра простая. Начальная ставка $100. Значит, я делаю контрольный замес, вы должны угадать, где нет. Дополнительная сачка, я забираю деньги, все, понимаете? Я все покажу, у вас деньги есть. Нет, вот деньги. Это есть, у тебя есть? Есть. Ну, давай. Мне неудобно, они просто у меня припрятаны в интимном месте, чтобы никто не украл. Это что, не мне доставать, бак? Не, ну я редко достаю, я всегда выигрываю. Мне дать... Ты выиграешь всегда? Это бизнес, я чего хочу предложить. Ну. Да, я могу спросить. Да, я могу. Как, говоришь, игра называется? Или лычки, или саечки. Игра в лычки. Ну, давай. Ставка. Ставка, говорю. $100, я сказал. На. Ну, смотри, брат.
Если что-то не так, мои ребята тебя разорвут. Что это на ваших баксах Франклин моргает? Ну ладно, ладно, успокойся, успокойся. Нет, я-то чего, прости. Поехали, давай. Мне брат всегда говорил. Давай, 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 давай. Да, говорил. Давай, 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 давай. One, two, three, four, one, two, four, one, two, four, one, 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 two, three, four, one, one, все. Все? Все. Здесь? Нету. И денег нет, самое главное. Понимаете, идите поближе. Просто я вам раскрою секреты. Давайте еще и деньги. Давайте, давайте, я видел у вас там, вы когда доставали. Это бизнес. Это русский экстрим. А как? У меня и бабушка в это играла, и девушка. Но тогда, знаете, керенки большие, здесь пока свернешь, значит, это маленькая Франклин улыбнулся, раз еще. И такой же, смотри, одинаковый. Где вы берете? Значит, берешь, сворачиваешь, надкушаешь. Не просто надо. Контрольная проба просто, знаете. Мы же, знаете, просто раз, два. Если нет, ставка улыбается. Значит, если не угадали, контрольная ставка улыбается. Все! Значит, еще нет, еще не замешал. Раз, два, три, четыре. Что? Я сам себя остановлю, не надо на меня давить вообще. Я сразу ударил, потому что ничего нет. У меня еще игра есть, называется «Везунок». Не надо, везунок, не надо мне. Везунки, ползунки, не надо. Нет, там кто проигрывает, ведет до начальства. Вот, если есть какие предложения, я рассматриваю, но я свои сначала должен пропихнуть. Я же просто... Стой, 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 стой. Гарри, понимаете, Юрий, у меня Гарри, бизнес. Юрий. Гарик, Юрий, взять, 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 взять. Я ползунки, ползунки. Давай, давай, давай отсюда. Дедушка, я вам сказал отсюда. Давай, быстро, не... быстро отсюда. Мы быстро, идем быстро, не быстро, 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 быстро. Мы идем не Валя, сейчас тебе приведут ребят. Командного товарища, пусть на первом этаже поработает недельку, да. Посмотрим, что-то салочки у меня так сердца. В паспорта заглядывать не будем, молодости нас и нет конца. Вас приветствует автор-исполнитель Сансона, сансонская песня, сансунская, сансунская. Юрий Бандерлогин-Батьковский и вокально-инструментальный ансамбль «Братья Карамазовы», «Тюк и Гек». Мы люди Сансона, и такова наша профессия, постоянно мыкаться вдали от родного очага. Зазды наживы гонят нас неведомые дали, не эти дали деньги. Мы очень любим деньги, и тем больше денег, тем больше песен про Сансон, прямая зависимость. Песня в Мазоре у нас стоит 350 баков, песня в Миноре 285 с полтиной. Кстати, мог бы сделать и 300, чтобы удобнее считать было, и 400, 500, 600, 700, 800. Я с кем? Он ничего не слышит. Он недавно упал. А как он петь будет? А он и до этого никогда не пел. А что он делал? Танцор. Да? Ёшкин кот. Молодец! Песня со счастливым концом. У нас стоит 1500 баксов. Песня не со счастливым концом. У нас стоит 2,5. Но мы очень веселые люди, вы видите. И потом, когда мы выходим на сцену, как в песне поется, и все смеются, и все смеются, и все смеются. Хотя вышел у меня 25-томник моих минорных стихов, классные стихи, и во втором томе у меня стихи такие. Сунь сюда пальчик вот этой руки, больно все правильно, это тиски. Вот такие стихи. В третьем томе я засунул палец в нос, что мне новый день принес. В девятом, ах, террас, вот террас, у меня украли мас. В десятом, как у нас его имели, три подруги залетели. Ну, это чисто интимное. Вот. 3 года назад, ребята, вы не поверите, подходит ко мне один этот, ну, П, как он, П, как он? Валера. Да П, какой Валера, П. Тюк, ну П. Славик. Вы что, вдвоем упали, что ли? Пацан, какой Славик? А Валера и Славик не пацаны, да? Слушай, Тюк. Ты чего вышел со мной? В бельмондо играть, что ли? В смысле, пинг-понг? Ну, в общем, подходит ко мне пацан, развернулся, вы знаете, мне сердце ёкнуло. Лилипут, вы знаете, я говорю, что ты делаешь, мальчик? Он говорит, я тебе сейчас как дам, пацарам, мальчик. Я, говорит, Афоня, мне 75 лет, а у меня еще брат есть, Леня, ему 95 лет. Я говорю, что такой маленький? А он говорит, я раньше в цирке работал, нижним стоял, вот так стоял нижним. А на меня сверху только, кто только не пагал из-под купола. Коровы, слоны, звери, куры, девки какие-то, знаешь, я вот так в землю и врос. Такая история, я заплакал так, душесчипательная. Я говорю, а сейчас-то ты кто? Он говорит, я сейчас управдом. Нас и дети не знают такого управдома, нас и бабушки, и дедушки называли управдомом человека, способного в одиночку управлять целым домом. Можете представить, маленький человек, у него свои проблемы, а он колотится, оказывается, день в 6 утра и говорит, откройте, я хочу посмотреть, как вы зовете. А ему оттуда, да пошел ты, скунс, фофан.
кто ты такой, чтобы смотреть? Он говорит, да я управдом. Песня была написана в несвойственном нам манере. Мы использовали хард-рок, джаз и кантри. Управдом. Тюк, соло. Я начал. Молодец! Я думаю, зря. Страшное зрелище. Я в твоем стоял подъезде, ждал, естественно, тебя. На своем обычном месте батарею теребя, что зимою согревала над тобою вечерком. Батарея вдруг отпала, окатила кипятком. Ом-ом-ом, управдом, дом-дом, управдом, управдом, управдом. Проходящий дом соседский меня тоже окатил, а его хозяин мерзкий слов плохих наговорил. Я уже хотел дать газу, но примчался управдом. Стукнул гад меня три раза грязным мусорным ведром. Мне такое ощущение, господа хорошие, что вы пришли все на группу «Блестящие», понимаете? Понимаете, было в программе написано «Бодрлогин с пацанами», понимаете? Мне это, я уже напил сову, а пацаны у них сердце больно. Мы пока в 9 часов не отбомбим, никто не выйдет. Или принимайте, или мы уйдем, я не понял. Спасибо. Нет, дождя! Это не дождь, аплодисменты! Как-то подходит ко мне один пацан, он вот... Слушай, Бандерлогин, братка, напиши мне песню о мужской нежности мысильник здесь. Я говорю, это самая благодатная тема. Я ненавижу писать песни о мужской нежности мысильник музыкам. Мне это претит, понимаете? Но у меня попса, она за отдельный бабосы говорит, ну напиши ты, Бандерлогин, напиши. Ну приходится писать, я вот написал недавно. Вот пришла весна, посылание всех на вот эти вот моменты грустной Баденду. Слушай, он не слышит, нет? Молодец! Может, ему сделать физическое замечание? Легкую. Да ладно, пусть вот так танцует. Песня о бесстрашной лени, работающей в органах МВД, была написана в несвойственном нам манере. Мы использовали хард-рок, рок, джаз и классику. Всю классику сыграем. Называется «Полет смеля». Куда? Пошел, слушай. Я думаю, так будет лучше для всех. Напали хулиганы на девушку гуртом, залезли ей в карманы и даже под пальтом. А девушка сурово достала пистолет, пальнула снова-снова, и хулиганов нет. А хулиганов нет, 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 а хулиганов нет, а хулиганов нет, о, а хулиганов нет, а девочка сурова достала пистолет, пальнула снова, снова, и хулиганов нет. Во всех она попала, лизата не пластом, но долго вспоминала, и руки под пальцем. Меня так никто никогда не принимал. Может, больше не будет принимать. Ту-ту-ту. А спасибо вам. Нервы ни к черту. Спасибо.
Месяц назад ко мне подходит один пацан, слушай, говорит, братка, напиши мне ты песню о супружеской верности. Я говорю, это моя самая благодатная тема, не потому что здесь басляет отдельно супруг от супружницы и супружница от супруга, и не потому что у меня здесь стоит куплет 5 штук баксов без текста, с сексом 7, без музыки, с музыкой. Ты не говорил, что ты поднял? Ветером поднял. Песня была написана не свойственно, но мы использовали хард-рок, джаз, классику и народную тему. Называется «Ранние снитки». Я начал. Как-то в носе протесяя, мне там лишнее на кой. С изумлением замечаю, в носе палец-то не мой. И рука под ним чужая, здорова, как у коня. Волосатая такая, и растет не из меня. Растет не из меня, меня, растет не из меня. Растет не из меня, растет не из меня. Быстро к зеркалу, о боже, я от страха заикал. Никогда я этой рожи в своей жизни не встречал. В спальню я к себе ветнулся, нет ли там беды с женой. Подбежал и улыбнулся, слеза родимая за мной. Родимая за мной, а хулиганов нет, а руки под пальтом. А где мой управдом? Ребята, что ты меня клянешь? До последнего йогурта, аплодисмента, помидора, огурца. Я ваш бандерлоги, а лайту мувит, мувит. Что означает? Шансон не затушишь, не убьем. Мы вместе! Закажите! Я буду заказывать, ребят, ждать вас и ждать ваш заказ. Спасибо. Бандерлоги. Ба-ба! Бачковки! Не ходите за мной! Я устал от вас! Три вещи выходите за мной! Я устал от вас! Я от вас устал! Я устал от вас! Нет, не ходите! Ну что вы притворяете? Что вы ходите? Ну возьмите меня! Нет, не возьму! Зачем я? У меня такие девчонки, кардебалет, 200 человек, вот так, 18 лет, ногами. Та-т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 а. Всяко там. Им 18, где? Ой, куда я? Ну возьмите меня! Нет, не возьму. Не возьму. У меня 200 человек, девчонки, 18 лет, вы бы их видели. По 2 метра, 200 и себя. Там-там-та-та-та-та. Что вы творят? Башку. И что? Ну что? Ну что это? Я расту! Куда вы растете? Везде! Идите сюда! Куда? Просто я сейчас болею! Тем более мне болеть не нужно, у меня здоровые все девчонки! Кровь с молоком! Прыгают как... Вот так вот, так! Так вот прыгают всяко! Под 18 лет, а там... Ой, извините! Вот и вы... Куда вы? Куда это вы? Куда? Куда я вас возьму? Не надо мне это поделать! Не надо вот так ко мне подходить! Не надо это, боюсь я вас. Не бойтесь. Боюсь. Я сама боюсь. Вы сама боитесь, не пугайте, не возьмите. Ну возьмите меня, хорошая. Ну хороший человек, это не профессия. Я вы... хорошая, еще никто не жаловался. Потому что никто не брал. Никто не брал, а мне предлагаете, не фигайте мне. Ну возьмите меня, не пожалеете. Да не надо мне никого жалеть. Нет, я сказал, не надо мне жалеть никого, тем более вас. Не надо, вы на себя в зеркало смотрели? Смотрела. Ну и как? Ничего. А я прошу только вам. 30. Ну, 30 лет. 30 лет, это хорошо. Это хорошо. С хвостиком. С хвостиком? А хвост какой у нас? Маленький. Ну какой хвостик, какой? В глаза смотри, какой хвостик? В глаза смотри, хвостик какой? Мне 30 лет. И 120 месяцев.
хвостище! Это хвостище! Но мне нравится ваша пылкость. Возьмите меня! Не возьмите. Не пожалеете! Да не надо мне никого жалеть. Не пожалеете, но возьмите меня! Ну а что вы делать-то умеете? Все! Все, я вот знаете, я такая! Я такая, никакая! Это не все! Все, увезу свою крестика! Да не надо мне этого жалеть! Я такие кресты могу сыть! Я такие крестяры могу запасать! Возьмите меня! Не надо мне, я не ношу такое, что вы делаете. Я могу ноликом. Да и ноликом не надо. Я такие нолики могу. Бублики, крестики, нолики, жиртовать могу. Ну возьмите меня и коротко. Мне не надо только вот это, не надо. Ну занавесьте обратно, не видел я этого. Видел я это давно, уже у меня детки по 18 лет, а там, куда? Не надо. Мне самой противно. Тем более. Ну, возьмите меня. Возьми меня. Ну, возьми меня. Возьми меня! Не хочуха! Будь первым! Смелее! Фас! Профиль! Шикарный профиль все у вас! Возьми меня! Ну, лицо попроще сделай. Ладно! Возьму! Давай, контракт. Что-то вот мне нравится такая пылкость, напористость. Значит, что-то вот есть тебе такое, вы знаешь. Ну, может, пока в кассе посидишь, что ли. Вот. Ну, ладно, давай, подпишу. Давай, давай, давай. Что, давай. Что, подписывай? Ну, возьму тебя, возьму. Серьезно? Ну, конечно, возьму. Что, и контакт будет? Не контакт, а контракт. Возьму. Ну, правильно. Ну, возьму. Да. А это будет? Да, спокойно. После спектакля будет. Ну, давай, подпишу уж. Ну? Ну? Я не хочу. Что? Что? Я не хочу, я такая. 4 месяца мне мозги поняли. Иди ты знаешь куда? Куда? Туда. Ну, возьмите меня. Коленька, Колёк, Кол, Колдрак, я не могу! Отстань! Есть! Прошло уже целых 3 дня, с тех пор, как мы расстались. Я, конечно, обещала ждать тебя из армии, но не думала, что это будет так долго! Я не могу! Отстань! Есть! От скуки позавчера пошла на танцы, но не дошла, так как встретила твоего лучшего друга Рудольфа. Всю ночь мы с ним вспоминали о тебе. Так что утомленные, но счастливые, уснули с ним только под утро. Всю ночь мне снился ты, мой единственный... Нет. В прошлом письме, Коля, ты написал, что тебе дали 2 наряда вне очереди. Я рада, что вас там наряжают. И теперь тебя ждут очки. Коленька, что случилось с твоим зрением? До армии ты прекрасно видел. Вот и Рудольф волнуется. Он вчера, как обычно, навещал меня, чтобы поболтать о тебе. Проболтали мы с ним всю ночь. Рудольф, мой лучший друг, понимаете? Так что утомленные, но счастливые, уснули мы только под утро. Мы с Рудольфом долго думали, что подарить тебе к Новому году. И написали тебе вот эти стихи.
Пока связист мотал катушку, танкист любил его подружку. Хорошо. Есть продолжение. Связист катушку домотает, танкисту дуло обломает. Мы с Рудольфом читали эти стихи всю ночь. Не уставшие, но счастливые. Уснули только под вечер. Всю ночь во сне мы видели тебя. Ведь я тебя ждала, жду и буду ждать, когда ты приедешь на нашу свадьбу свидетелем. Рудольф тебе в час письмо написал. Попросил у Деда Мороза, чтобы он подарил тебе много-много нарядов вне очереди. И чтобы для тебя передали твою любимую строевую песню. Целую, твоя Зина. Потанцуем. Давно я тебя ждал. Явился, сучара. Жучара. Я ждал, и ты явился, собака бешеная. Хороший, хороший, хороший. Николай хороший, Карлович. Хороший. Николай Карлович, извините. Хороший. Это вы мне? Хороший, явился. Ух, хороший, да? Николай Карлович. Хороший, хороший. Николай Карлович. Хороший. 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 Сколько тебе раз говорил, Крисин? Без стука ко мне в лабораторию не входить? Слышь меня или нет? Дядя мне сказал. А во-вторых, ты же знаешь, я не знаю дядя. Дядя твой ректор, понимаешь, лабораторию. А во-вторых, еще у меня одна проблема. Знаешь, когда ты приходишь, у меня сразу понижается настроение. Я как-то себя плохо чувствую, понимаешь? Я же просил, когда работаю, вообще не входи. Ну, я плохо себя чувствую, понимаешь? Мне все плохо сразу же. Мне все плохо, валится все из рук. Я же просил, когда работаю, мне как-то, что пришел? Дядя просил. Что пришел, что? Дядя просил вам передать привет. Он тогда сказал, иди к Николаю Карловичу, сдавай экзамен. Вы знаете, Николай Карлович, у меня тогда последний экзамен, ваша паразитология, понимаете? Если я паразитологию вашу не сдам, мне в армию заберут, я все остальное сдал. Я бы тебя знаю, что... Я учил. Я бы тебя на 20 лет 5 лет отправил, понимаешь? На 25. В штрафбат, понял, нет? Чтоб ты мою науку, во-первых, знал, во-вторых, чтоб тебя поправили там чуть-чуть, понимаешь? Че ты на башке нацепил? Че ты такой тебе? Че это? Ну что это такое тебе? Ну что ты молчишь? Что это? Дядя подарил. А что это такое? Ну что? Если бы я все подарки на себя одевал, на кого бы я был похож, а? На кого бы я был похож, если все подарки на себя? Ну что это? Ну что это? Что это? Что это у тебя тут такое? Мало того, что ты себя позоришь, понимаешь? Мой предмет позоришь, а мою лабораторию. Как она называется, моя лаборатория? Лаборатория моя как называется? Дядя передавал привет вам. Да я знаю, что привет передавал. Так и сказал, говорит. Ты мне вот уже со своим дядей, дядя у него ректор, вот уже где, понял, нет? Ладно, вот давай сюда посмотрим, родной мой. Ну, давай скажем, что это за вид, подвид, из семейства и род. Давай-ка. Род мы сдали уже, ухо, горло, род мы сдали. У меня лаборатория как называется? Лаборатория моя как называется? Паразитология. Не надо, не надо, не надо. Давай смотрим. Да я, ну все понятно. Давай смотрим, смотрим, крыши, ну все. У меня времени нету. Ну не это, не дергайся. Смотрим, кто там. Давай. Давай смотрим. Давай, что это? Куда ты пальцами-то жирными? Куда ты пальцами жирными? Ну что ты все время учитан? Ну что? Ну профессию же любить надо, и себя в профессию. Что ты делаешь-то, а? Ну что ты делаешь? На кого ты похож, а? Противно ты. Противно. Ну ладно, смотрим. Да. Ну смотрим, смотрим, давай, давай, смотрим, смотрим. Кто там такой? Ну давай. Ну смотрим, некогда мне, смотрим. Ну кто там у нас, кто? Там. Ну? Кто-то шевелится. Ну правильно. Кто у нас шевелится там, кто? Ну? Чистильщик, что ли? Правильно. Шестипалый клещ-чистильщик. Правильно. Что делает Крисин? Ну-ка, смотрим, что делает он там. Он там не один. Но.
Сколько их там? Их там... Сколько? Николай Карлович, их четверо. Ну? Три самца. Так. И одна самка. Правильно. Молодец. Что делают-то они? Что они у нас делают? Даже неудобно говорить. Говори, мы вдвоем никто не слышит. Кто там у нас? Что они делают? Пытаются размножаться. Правильно. Правильно. Молодец, молодец. Ну что ж, давай еще немножко посложнее все, потому что у меня времени нет. Еще смотрим. Подожди чуть-чуть. Мы вот так вот немножко сболтнем. Вот так вот немножко заткнем. Вот так. Ну-ка смотрим. Давай, где будут размножаться они? В какой среде? Разные места. Какие места? Места. Сложные, простые. Так, и в животные какие? Они в животных размножаются. Где они размножаются? В животных. Какие животные? Где? Ёж. Не ёж, сейчас. Это... Белки? Да. А нет, нет, белки это нет. Это не клещи. Может... Выхухоль. Дай бы тебе по голове один раз, понимаешь? И сразу боевой кокль прошла. Так, ну ладно. Давай смотрим, знаешь что? Давай смотрим на среду и... Клуб постельный бывает всякий. Чё, про клопа не приготовил? Про клопа? А я тебя из принципа про клопа спрашивать не буду. Понял, нет? Я тебя из принципа про клопа. Я тебя, знаешь, что спрашиваю? Про блоху натуральную розовую буквально. Привет, передавал. Так и сказал. Передай Николаю Карловичу от меня привет. Ладно, давай. У меня для вас подарок есть, Николай Карлович. Какой? Я делал лабораторные работы, и мне... В подвале, и там я собрал редкие экземпляры для вашей лаборатории. Да, я для вашей собирал. Ух ты, ух ты! Ну-ка! Ой, хороший ты какой, а! Ладно, иди три. Спасибо! Ой, хороший! Дядя, привет, он передал! Давай.